Тегеран останется в ядерном соглашении, если остальные его члены, кроме США, будут готовы выполнять условия документа. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции с президентом Шри-Ланки. Он подчеркнул, если остальные 5 государств будут соблюдать условия соглашения, Иран также будет ему следовать, несмотря на волю Соединенных Штатов. Рухани подчеркнул, решение Вашингтона противоречит принципу международных соглашений. Ядерное соглашение Ирана имеет важное значение для мирового сообщества. Мы очень сожалеем, что США решили выйти из договора и отказаться от выполнения ранее принятых условий. Этим шагом Вашингтон выражает неуважение по отношению к международным соглашениям в целом, нарушает принципы политики, нормы дипломатии и морали.